Сегодня из Сочи вылетаем в Стамбул на 5 дней. Да, в Сочи живем мы уже 5 лет, и надо сравнить, что хорошего в этой Турции. Посмотрим, что из себя представляет Стамбул в конце 2023 года, и планируем посетить Каппадокию. Юля, ты купила билеты? Нет. Туда обратно на двоих будет 8 тысяч. Мы взяли недорогую гостиницу. 15 тысяч. Итого 53 тысячи пока получается, ну и плюс потратить там. Посмотрим, какие будут расходы, какие цены нынче в Турции. Сравним, а? Сравним вообще с Сочи, стоит ли лететь в Турцию. Планируем прогуляться, потому что сейчас уже все-таки почти ноябрь. Я хочу в Каппадокию. Возможно, полетать на шаре. На шар пока под вопросом. Как мы доберемся до Каппадокии и Стамбула, все не в курсе. В общем, будем записывать то, что происходит. Должно быть интересно. Сделаем различные выводы. Все, на связи. Высаживаемся. У нас было 2 места. С той стороны 3. Такой небольшой самолет. На паспортном контроле почему-то меня спросили, как давно я получил гражданство. Это, видимо, связано с тем, что я подготовился и теперь схожу за Турк-Союз своего там точно. Манатки из Сочи рванули в Турцию. Переехали. Мы продавали кучу говна и сварили. А нет, это не мы, это кое-какие наши коллеги. Они сказали куда. Что делать? Что нам в Сочи не сидится-то, елки-палки? У нас же тепло, да, казалось бы. Вот кто в Сочи живет, тот знает, отдыхать в Сочи, живя в Сочи, невозможно. Потому что всегда мысли в голове, работа, какие-то дела, какие-то проблемы решаешь. Где бы ты не отдыхал, где бы ты не остановился, можно уехать в поляну, типа отдохнуть. Это все равно не то. Не сравнится с тем, когда ты куда-то выезжаешь, оставляешь все свои дела в своем городе. Как, например, в Анапу выбираемся, а если сразу же другое ощущение, там спокойно можно где-то сесть, расслабиться, особо не думать о делах. Поэтому посмотрим берег Турецкий. Раньше долететь можно было за час, сейчас за 2 часа по понятным причинам. Аэропорт большой, красивый. Будем смотреть, не на пляжный отдых сюда прилетели. Будем смотреть, что интересного. Будем сравнивать с Сочи, конечно же. Будем делать выводы, стоит ли лететь сюда. Или, может быть, стоит лететь к нам в Сочи. Посмотрим цены. Тут Юля собирается закупиться, затариться. Все же мы думаем, что в Турции дешевле. Но я слышал, что цены здесь существенно подросли за последнее время. Все, что будем узнавать, все появится в видео. Так что оставайтесь с нами. Как непривычно, столько разных людей, столько разных цветов кожи, столько разных языков. У нас в России такого нет. В Сочи у нас такого нет. Наверное, только в лучшие олимпиадные годы такое было возможно. Идем искать таксиста. 88, я вижу наш. Вы уже видишь наш? Да. Честно, какие тачки стоят в Турции в основном, да? Mercedes, BMW, Porsche, Volvo, Opel. Ну да, китайцев пока не видно, хотя говорят, они здесь уже появляются. Это прямо целый мегаполис, думаю, у них там мини-Москва-Сити. Много высоток, очень много высоток, плотная застройка. Машины в основном европейские. Это, видимо, турецкая, да, тема? Турецкая, армянская тема для любителей красной кожи.
пока от какой-нибудь Москвы или еще какого-то нашего города, в принципе, не отличить, да? Даже по природе. Даже я бы не сказал, что это сочинская природа. Это просто какая-нибудь средняя полоса России. Это уже как Москва. Движение минут 30, да, наверное, уже едет. Да, больше. Может, больше. Но вот без пробок пока все ехали. Сейчас, видимо, въезжаем уже в какой-то плотный район. Начались пробки. Не нравится застройка в Турции. Не нравится. Вот вы все жалуетесь, что в Сочи друг по друге построено все, да? Рядом не выдерживается лодка. И я с вами согласен. Но Турция это ничем не лучше. Смотришь на то, как у них высотка. Впереди вниз с горы вырастает еще более высокая высотка. И каждый дом, причем тут может быть и не страшный. Он может сам по себе красивый. Вот, кстати, посмотрите, там какие Москва-Сити проскочили, да? У них между домами даже просветы нет. Вот прямо там. За ними еще один. У нас хотя бы не высотки, у нас колхозы свои вот этого трехэтажного понапахали себе на гаражей. Вон живых. Здесь, кстати, они тоже есть, типа живые гаражи, уже обратили внимание. Но какой плюс перед Сочи, это то, что здесь на домах пока не вижу ни одного баннера вообще. Кладбище в центре. Кладбище везде хватает. Ни одного баннера не вижу на домах, вообще ни одного. То есть набираем телефонов, как у нас, весь дом могут классный фасад просто посрать со своими сдам-продам. Видишь, половина комплекса построить его красиво. Да, комплекс красивый, ничего не скажешь. То есть, смотри, дом на доме просто. Да, очень близко. Посмотрите, красивые дома, они реально красивые. Современный фасад, не какой-нибудь галимый караед, как любят у нас делать. Но вот вы видите, как они близко. Вот там просто дом за домом. А вот это вообще капец. Смотри, да. Он прямо в окно этому смотрит. Угу. Там, видимо, большая терраса, может, кафешка какая-то, да, с зонтами. Кафешка, да, ветер хэппи. Ну вот, да, аналог наших живых гаражей. Смотри. Вон даже старые деревянные какие-то домишки. Вот этого везде хватает. Мы просто едем долго, поэтому вам пожалуемся о первых впечатлениях. О, Эрдоган. Вот это уже Эрдоган, тут какие-то непонятно. Загазованность воздуха просто ужаснейшая. Вот, например, здесь в Сочи. Когда вы прилетаете в Сочи, не знаю, может, не каждый заметил, но я замечаю всегда, например, после Перми там или еще откуда-то возвращаешься. Прямо в газон. Сразу же приземляешься, разница в воздухе, чистейший воздух, город морской сочетается. Здесь я такой загазованности на самом деле, ни в одном нашем городе даже, мне кажется, нету такой жестокой загазованности. Плюс у них, видимо, это дымка. И неприятно дышать, когда чувствуешь, что ты дышишь газами, это ощущение, оно никуда не проходит. Машина на солярке. Что ж, 6 вечера мы добрались наконец-то до нашего отеля. В царском стиле отель, как это назвала Юля. Это другие номера в царском стиле, у нас простой. У нас эконом. Стандарт one bedroom номер. Вот такой номер. А ну смотри, у нас есть такси есть. Вот эти штуки. Да. Царский. Да, такой отель. Ну что ж, канон, как говорится, с видом, с вот таким шикарным. Это что, мечеть у них там, да, поет? Такой шикарный вид. Ну так, можно перепрыгнуть в соседнее здание здесь спокойно, допрыгнуть, поздороваться с соседями. Что там, на Сочи жаловались? На сочинскую застройку? Полюбуйтесь, как говорится. Да, все старое. Но, видите, это тот случай. Вот мы приехали вдвоем, нам что важно? Где кости бросить, где помыться, да? Все самое важное есть. То, что оно старое, обшарпанное. Да, это плохо. Было бы нормальное. Может быть, и мы не знаем, да? Мы надеемся на то, что он будет как царский. Если был бы нормальный ремонт, в принципе, было бы шикарно. А так, вот смотрите, размер здесь сколько метров? 12, наверное, номер всего лишь. Нам что важно? Вот где кости бросить, да? Чай попить можно, кондиционер какой-никакой есть, телевизор какой-никакой есть,
Вот концепция. Поэтому, когда вы пишете в Сочи такие маленькие площади, что у вас кухни, туалеты больше в регионах, не забывайте, в чем соль. А стоимость, она складывается из того, какой доход приносит такой номер. Такой номер в Сочи приносит доход, если особенно у моря или в какой-то локации хорошей располагается. Очень немалые деньги, поэтому оно столько стоит. Так что не удивляйтесь, когда 12 метров по 10, по 15 миллионов продают. Вы лучше посчитайте сначала, сколько они приносят. Все, мы погнали, посмотрим, что здесь еще есть интересного. Уже ночью мы выбрались из номера. Террасы на крыше нашего отеля. Мраморное море и пролив Босфор рядом. Вот мы тут находимся. Вот, переключился на телефон. Телефон больше высветляет. Более такая реалистичная картинка, как глаз видит. У них там, смотри, телебашня, видишь, с турецким флагом. Порты, да, турецких флагов здесь повсюду. Сейчас пойдем вечером погуляем по городу, посмотрим, что здесь и как. Вообще, я так понял, она сюда нас вытащила за шмотками. Температура. В принципе, как в Сочи на самом деле. Может, чуть покомфортнее, не знаю, насколько. Ощущение, пару градусов, наверное, разница. Чуть потеплее, Юля говорит, ну как бы. У соседа всегда теплее, да? И еда вкуснее. Такая старинная улочка с каменными дорожками. Альбинос Хотел. Сейчас фотографируем, конечно. Отправьте всем своим подругам Альбинам обязательно. Вот, четко. Но это у них, наверное, так же, как и в Европе. Там бампер покоцать не считается зазорным. Вместо Kia Rio тут у них Фиаты. Везде флаги висят. Вот. No, sir. Ты тут поесть не хочешь? No. Базар. Интересно, почему у них всякие модные кальяны? Пойдем. Я 10 лет назад кальян был. Не было. Они же, у них же нету колбасы. Угу. И сгущенок. Мы наконец-то приземлились в одной из кафешек. Искали с хорошим видом на пролив, Босфор. Короче, вся движуха, она там. Осталось, завтра мы туда попрем. Да, нас десантировали по ту сторону пролива. Жрем тут обычную еду, такую же, как в Сочи. Да? Просто знаю, очень хотелось есть, уже надо поесть. У меня какая-то котлетка, внутри много. Фрикаделька по-турецки. Ну, обслуживание нормальное. Нашим надо поучиться, конечно, кое-где. Уже тоже такое есть, но русские русского обслуживают плохо. Своим неуважением. Цены совсем низкие. При нынешнем курсе доллар нас подсъел. Все недешево стоит. Не скажу, что в Сочи дороже. Даже скорее дешевле, причем в более цивильных местах. Но что понравилось, на каждый дом это отель, каждый дом на первом этаже кафе, либо магазин, каждый дом наверху на крыше это терраса. А вот в Сочи надо там поучиться. Много здесь наших китайских собратьев отдыхает. Кстати, все они едят. Как ни странно, вон там, там китайская кухня и рядышком вьетнамская кухня. Как там мне кто-то говорил, китайские друзья оставляют деньги только у своих. В какой бы стране они ни были. Слышали такое? Немножко несовременно. Ну, Испания, Италия, Турция, они немножко несовременные, немножко в старом где-то. Ну, мы, возможно, просто пока в старом центре находимся. Возможно. Реально старые дома. У вас есть машина? Желание есть покушать? Нет, спасибо, покушать. С России. Сочи. А с вами Сочи, да. Как зовут? Ростислав. Я Магазан. Нормально. Протеины, витамины есть. Если хочешь, смотри, кальян есть тоже. Кальян есть. Да. И мертвого, да, уговоришь? И мертвого уговоришь? Конечно, пошли. Ну все, понятно. Да, Юля. Кстати, еда вкусная. Первый же попавшийся ресторан. А самое главное, это подача же, как они умеют. Вот они приходят и при тебе его нарезают своим специальным способом. Что у нас получилось? $68 мы сейчас поели. По порции второго, грубо говоря, десерт и по одному. Да. Первый день подошел к концу. Фуфки нас наели, напили, налюбили, а? Утро второго дня. Можно уже в дневном свете посмотреть. Что я себе представляю? Старый Стамбул. Вот что у нас. Руки пять на завтрак. Рыба трос, да?
Здорово, птица. Вчера вечером уже было незаметно, оказывается, тут достаточно шикарные виды на город. Посмотрите, это у нас море, пролив. Сколько кораблей. Здесь достаточно красивая терраса. Ну и там вот у них новый центр. Сегодня отправимся, наверное, туда. Ну, посмотрим. Выбрались из дома в 12 дня. Вот он наш отель, Смоли. Выбрались, пока маршрут построили. Вроде бы в футболке, но небольшой ветерок присутствует. Но нормально, потеплее, чем в Сочи. На пару градусов где-то, я так думаю. Вот старая брусчаточка, это старинная. Старинные дома, плотно застроены. Вот раньше так строили. Если посмотреть на вот эти вот дома, вот для тех, кто для альтернативщиков, да, для любителей истории альтернативной, чем они отличаются, вот эти вот дома, от наших старинных домов? Блин, такие же окна, все такой же стиль, по-моему, ничем. Просто своего колорита с годами добавили. Тоже у них есть вот эти вот этажи, да, типа подземные, как будто бы заваленные в свое время. Вот идет спуск туда вниз. И, соответственно, дома все больше и больше этажей вниз. Кстати, про загазованность. Все-таки это да, действительно загазованность присутствует у них. Причем, знаете как, у них здесь такси Фиаты вот распространены. Мы сидели вчера в кафешке, когда проезжает машина, и вот запах сразу же выхлопа неприятный. Такое ощущение, как будто бы у них здесь все катализаторы повырезали. Мы идем, едем в торговый центр. Зору. Зору центр. Такие туристические делегации. Он с ложком ходит. Все, да, на поводке. Ну, чтоб не потерялись. Что там? Так, 10 век. А вон там вторая, кстати. Смотри, сколько народу. Вот она тоже так-то вниз уходит, да? Вон она где была построена. А сейчас город на несколько метров выше расположен. Смотрите, какие толпы. Можно организовать туризм и без морских прогулок. И все получается. Нам надо перенимать опыт. Тоже какая-то сломанная фигня. Столько разных языков. Английский, французский. Итальянский, испанский тут, их турецкий, китайский, наших русских полным-полно. Тут невольно такое идешь и думаешь, как на английском, то все сказать. Сразу же думаешь на английском. У меня товарищи есть, друзья, чеченцы. Спрашиваю их, ребята, вы на каком языке вообще думаете, вот, мысли? На своем, на чеченском. Ну, на русском их воспроизводят. Без проблем, без всяких, да? Вот, начинаю их немного понимать. Природа, ты говоришь, вот у них отличается. Смотри, вот это в Сочи такие деревья есть. Такие тоже есть, в принципе. Короче, трамвай. У них на каждой остановке такие турникеты. Турникеты и вот стоят. Кто там их обслуживает? Спросили у них, что как вообще платить. Либо кредит карт, либо говорит, езжайте на Yellow такси. Мне кажется, есть карточка, которая как вид воды покупаешь, просто на нее надо уложить деньги, а ее можно купить только на вокзале. В общем, мы не знаем, где ее можно купить на самом деле. А, вот они, Yellow, вот эта фигня. Он имел в виду не такси, он имел в виду вот Yellow аппарат. С аэропорта вчера нормально долетели, а вот уже в центре тут, конечно, движение плотное. Постояли мы, покурили у этого аппарата, все в интернете посмотрели. Без интернета нефиг делать нынче. Ладно, хоть есть статьи, помогают. Оказывается, русский язык в этих аппаратах есть. В общем, мы пока рассудили не ехать. Я хочу попозже купим. Лиры обменяли в ближайшем обменнике. Пока стоял, пытался на английском, спрашивал у местного турка, как купить, как buy ticket in the metro. А он не понимает особо ничего. Пытается тоже что-то на английском собрать. Рядом китайцы на английском тоже пытаются помогать. Вот он говорит мне,
туркиш, мне говорит, показывает туркиш, или говорит туркменистан. Я говорю, russians. Я говорю, вообще тут за своего вообще схожу легко, бороду опускаешь, и все. О, ну интересно такое, я с ним пытаюсь на английском говорить, он мне говорит туркиш. Хуюркиш, блин. Туркиш. Стереотипная турецкая внешность, я тут отметил. Город Антонов-Михайлов, так я это назвал. Что не идешь, то вот прямо вот похож. Для тех, кто знает, похоже. Через одного буквально. Вот смотрите на это здание, да? Типа тоже старинное, турецкое. Блин, чем оно отличается от наших старинных зданий? Как будто одни и те же люди строили. Вообще разницы нету, такое ощущение. Хотя, если разное государство, да, и разные технологии должны были быть строительства, то тут вот все одно. Вообще разница минимальная. Это, к слову, о том, что у нас сейчас популярны стали теории эти. YouTube, интернет, все смотрит. О том, что какая-то была глобальная катастрофа, да, когда-то, о которой мы не знаем. И что все эти старинные здания, их не строили в наши древние времена. Они уже были построены до нас. Ну, их там, может, минимально как-то восстановили и использовали. Да, знали, смотрите такое. Я таким плаваюсь иногда. Но не знаю, правда или нет. Не призываю на что-либо верить. Просто это интересно. Вода дешевая у них. 7 лир, 7 лир, да, сюда что получается? 33, 21, 37, 21 рубль. Вода в центровом месте. В Сочи бы сотка минимум за обычную воду. Такие путешествия самостоятельно, конечно, ездить. Наверное, надо какую-то путевку с гидами брать, чтобы вас провезли по всем нужным местам, без вот этих вот наших стенаний, где как купить билеты, где как пройти, где как добраться, где как интернет подключить или еще что-нибудь. Наверное, первый раз можно, да, с каким-нибудь гидом, а потом уже самостоятельно. Как ты думаешь? Нет, мне не интересно. Бродить самой, да, интересно? Да, за кем-то бежать мне не хочется. Я бы сначала за кем-то побегал, посмотрел все основные достопримечательности и места. А потом уже можно бегать самостоятельно по торговым центрам. Так много мечетей тут, церковь, но их так много, и они такие большие. То есть для большого количества людей должны быть. Так никогда не будет. У нас церковь один из 10 пришел на 5 минут, а у них они семейный ходят, они по несколько раз в день туда ходят. А, поэтому там население много, поэтому нужно вам много. Да, конечно. Понятно. Вот она, рыба моей мечты. Вот тут зловонный рыбий запах. Вонючий. Хотелось думать, что с той стороны вот там вот уже цивилизация, но я вижу, что там дома не особо лучше пока что вырисовывают. Сейчас дойдем, переходим этот мост. Кока-кола, да, баночка? 25, смотри, 75. 75 рублей. Количество рыбаков. Через каждый сантиметр стоят. Очень рыбы воняет. Очень воняет. Рыбаки все заядлые. Что там, рыба есть? О. Женщины тоже рыбачат. Трехполоски, дороги. Если не считать старый вот этот центр, где дороги и старые брусчатки выложены, но очевидно историческая ценность, то ну дороги у них супер, супер. Но не придираясь к Сочи, центральные дороги в Сочи неплохие. Хотя, наверное, все-таки турецкие уступают, но не на что жаловаться. Особенно учитывая, что их перекладывают, вон как у нас транспортную начали перекладывать. Чего начали транспортную перекладывать? Отличная дорога была, ни одной ямки. Нет, перекладывают. Чем постелить дорогу там, где уже ее вообще нету в районах? Будем перекладывать хорошие дороги. А что, мы ж ходим, жалуемся, что у нас дороги хуже, чем в Турции. Да? Дороги хуже, чем в Турции. Все, перекладываем. Перекладываем все основные дороги. Ростислав сказал переложить. Все, перекладываем. Как на Соболевке было? Пожаловался в инстаграме администрации, что дороги на Соболевке нет. Через неделю приехали, постелили. Совпадение? Не думаю.
красиво. Красиво, но... Ну, Каму напоминает нашу, да? Там по мосту пойдешь, такие же виды. По ширине, как Кама наша. А это, ты говоришь, сочинский Астория плавает. Да, у меня любимая Астория. Круизный лайнер из Сочи, Стамбул. Что это? Это Галатский мост. А это бухта Золотой Рог. Турецкий супермаркет. Орешка есть везде. Салаты как у нас почти. Огромный корабль. Вот это вот не дом, это корабль, на воде стоит. Торговый центр, как называется? Не помню, порт какой-то. Гала? Галапорт. Галапорт. Раздельный сбор мусора здесь есть, однако. Как-то здесь, в центровых местах, все-таки грязновато. Так скажем, здесь может, нормально. Может, они грязнуют просто? Нормально, в порядке сейчас всякие пакеты пролетают, еще что-то. Вот курит здесь буквально каждый. Курит, и у них в порядке вещей выкинуть окурок прямо там, где они сидят. Чтобы кто-то вот донес до мусорки, ну вот исключение, хотя вот парень рядом с мусоркой стоит, курит, он наверняка выкинет мусорку. А в остальных местах, где мы проходили, кидают просто под ноги. Зашли тут в супермаркет, взяли мороженку, взяли, Юля взяла коктейль молочный, ну я тут что-то типа чая, знаю, что. Очень насыщенный вкус у всего. Если сравнивать с Россией, у нас все такое какое-то водянистое, а здесь у них все насыщенного вкуса. Даже если мы берем... коктейль молочный, он как сливки даже, такой не жир, а вот прямо уже масло практически. Сегодня вот этот сок я пил в отеле, который, да, желтенький взял, думал, ну сок и сок, водянистый будет, как у нас. Нет, тоже такой насыщенный вкус, вот настолько сконцентрированный продукт. Так, что там у вас по ценам на бензин? Ну, если на 3 умножить, охренеть. Бензин у них капец какой дорогой. Сколько он стоит? Он стоит 39,58, 39,62, 35, самый простой. Ну, короче, с 39,40, грубо говоря, на 3 умножаем. Да, там 120 рублей, ну, короче, минус там копейки. 100-110 рублей. Клубничка, арбуз. Я тут понял, что мы идем, короче, и на нас смотрят. На Юлю смотрят так, как мы смотрим на... Негритос. Афроамериканс. Как мы смотрим на афроамериканцев. Не будем что-то... Сейчас, что ты так обижаешь? Мы так на них смотрим, они так на Юлю смотрят, они здесь все черные. Анна тут такая белобрысик идет, они все такие на меня оборачиваются. А на меня нет, я засланный казачок. Идем вот по берегу моря, все корабли у них запаркованы, кафешки, места. Вот эта застройка, ну это вообще, конечно, говно, прямо скажем. Смотришь, там дом на доме, все ужасное. Слушайте, у нас центровые улицы, сейчас же получше будет. Красиво, вообще тут без вопросов, вот это. Здесь наш водоем, пролив, мосты, масштаб. Город огромный, это видно. Вот такие старинные строения попадаются, конечно, вообще вопросов нет. Классно. Много разных людей, видите, разные национальности. Вот это у нас китайские друзья. Это похоже на какой-то свадебный катер, да? Вот у нас нет столько флагов, у них повсюду турецкие флаги развешаны. В огромных количествах, вот даже здесь, вон там вдали, вон там, дома. Повсюду, они подчеркивают, что ты находишься в Турции, вон там еще флаг, видите, везде флаги. Может, у них время какое-то особенное, кошков тоже хватает. Заметили мы, что здесь работают одни мужики, куда ты ни плюнь, обслуживание, официанты, продажа чего-либо, там водители, не знаю, вообще я пока не вижу ни одной женщины. А, ну вот ты заходила в том форде, да, одна работала? Это первый раз. В магазинах таких в одежде есть, ну, туалетная вода, косметика, я думаю, что там-то есть. А вот именно в кафешках, в ресторанах нет. Кассир в местном продуктовом супермаркете, мужик, там дом. Мы когда проходили, внутренности видели, о, как это, конечно, там выглядит. Не, ну придираюсь, наверное. У нас тоже такого хватает. Просто как-то взгляд бросается на это все. Где-то хочется, да, идеал увидеть. Ну хочется же как, типа,
разрекламировано в другую страну, там Европа или еще что куда, что у них круче. Ну нет, у всего свои плюсы и минусы. Не сказать, что Стамбул у меня какое-то сверхпозитивное впечатление вызывает. Стал ли бы я здесь жить? Пока могу сказать, что мне воодушевляет Стамбул. А ты? Нет, жизнь нет. За Москвой у нас получше все-таки судья, да? Да. Москва у нас по хорошему уровню. Все-таки есть на что Собянина похвалить. Смотрите, вот и первый китаец. Аммода. Ну, у нас они под логотипом Аммода, а здесь они под логотипом Черри. Местные европейские машины, кстати, не впечатляют. Вот, то ли дело у нас. Китай заходит сейчас, ты каждую новую китайскую машину видишь и думаешь, блин, что за аппарат, выглядит космически. Внутри по салону всегда какое-нибудь что-нибудь интересное. А здесь среди европейских тачек такого нет абсолютно. Ну и они здесь в основном тоже все подержанные, редко что-то встретишь. По-моему, одну только самую-самую новую BMW. Вот этот обмылок. Видели? Красивое здание, дворец. Как бы дворец называется? Дома Бахчи, дворец называется. Он, походу, на реставрации сейчас закрыт. Выглядит красиво сюда, я бы зашел. Вот из всех, куда мы ездили, ну, конечно, не так много ездили, но куда бы я сейчас ездила, это, наверное, Калининград. Мне понравился Калининград. Там много красивых зданий, все-таки. Вот он какой-то такой нормальный. Калининград, да, у нас тоже место интересное. Кстати, съездите. У нас есть видео про Калининград. Ссылка будет в описании. В комментариях, возможно. Как громко. И загазованность, кстати. Я ее чувствую, да. Чувствую. Загазованность серьезная у города. Не знаю, почему у них так выхлоп воняет. Может, у них какой-то бензин не такой или что. У нас так машины воняют, только если катализатор вырезать. Не сказать, что все. Кстати, здесь еще море, да, пахнет? Да, вот. Это, у меня какой-то был как-то в кулки пошел, что ли, непонятно. Море очень рыбой воняет здесь сильно, в этом проливе. Она, видимо, скапливается, много становится, и вот этот запах рыбий. Так вот, о чем мы. Есть у вас видео, посмотрите. Давненько снимали, но интересно. Чем хорошо, это тем, что вроде бы Россия, да, не вроде бы, это Россия, но архитектура отличается все-таки немецкая, она уже серьезно отличается. Старинные такие же здания тоже есть. Вот. Но, по крайней мере, там Россия, там все проще. Со всякими услугами и т.д. и т.п. Там можно сесть. Хотя мы там тоже ходили пешком, мы везде ходим пешком. Мне нравится ходить пешком. По 3 часа. Да, по 3 часа. О, еще одна мода. Ну все. Распечатали китайскую тему. В основном Стамбул равнинный, но вот местами горочки небольшие есть. Сейчас идем в гору. Как в гору? В горочку по сочинским меркам. Небольшая гора. Но очень длинная. Да, место напоминает чем-то Комсомольский проспект в Перми, если бы не гора. Ну, здания отличаются, а так флаги. Короче, видимо, турки очень быстро забывают, в какой стране они живут. И поэтому у них через каждый сантиметр где-нибудь повешен флаг турецкий, чтобы никто не забыл. И очень много народу. Очень много народу. Где бы мы ни шли? Бульвар Барбарос. Бульвар, да, называется? Где бы мы ни шли, вот толпы. Это еще даже мало, но для нас то много. И так везде, то есть здесь такое ощущение, где бы мы ни шли, нету пустых улиц. Не те башни близнецами назвали. Вот, смотри. Одинаковых небоскреба. Это уже, видимо, такой деловой район или деловой центр. Везде у них очень шумно из-за плотного движения, дороги. Все орет, машины орут. Да, загазованность присутствует постоянно, машины очень вонючие. Туристам тут уже не лезут, купи то, купи все. Здесь уже чисто люди живут, работают, стоят в пробках. Растительность. Ну, как сочинская. Где-то мы предполагаем, что у них есть нормальные стройки, нормальные современные ЖК, по крайней мере, по баннерам, как они выглядят. Они вот эта вот вся лютая застроенность, которую мы проходим. Смотри, новый ЖК строят, но тоже лютые застройки. Там пространство хотя бы какое-то есть, мне так кажется. А то, что мы проходили, в основном дом на доме, и вроде бы попадаются цивильные дома, которые нормально выглядят. Но у них это в порядке вещей, что рядом дом за руку здороваться можно. Роль ставни у них.
Видимо, отжоги закрываются. Какие-то важные дядьки ездят. На опелях. А тут какой-то старый обшарпанный салон Черри со старыми Черри. Я на 2 минуты вся. Что, устала? Все? Да. 12 километров нас обманул навигатор, говорит, за 2 часа дойдем. Но не получилось за 2. Уже 3,5. Но осталось чуть-чуть. Мы люди принципиальные. Раз уж пошли, значит дойдем. Не, еще мы 3 идем, нам полчаса осталось. Хорошо, что мы Марину с собой не взяли. И Настю. И Колю. И Стаса. Да подумал, хожу и небоскребы не снимаю. Почему? Вот они. Вот масштабы. Гляньте, туда это движение. Миллиард полосная. Ну, Москва, говорю. Натурально турецкая Москва. И, судя по всему, торговый центр, который мы ищем, это вот где-то там. У них среди небоскребов огромный торговый центр. Это как раз, который нам нужен. Сколько, Юля, время? 16:25. Ну, где-то мы 12:30 вышли. 4 часа. Навигатор говорит 2. Не знаю, может, какой там нам строил навигатор. Яндекс.Карты? Да. У Яндекса, видимо, картов турки каким-то другим волшебным образом пешком передвигаются. 4 часа пешки. Сейчас еще столько же, Юля, будет по торговому центру ходить. Я столько не смогу до 8. Это просто мой хитрый план. 4 да, часа идти к торговому центру, чтобы 4 там... часа не ходить по нему. Уже здесь все турки не понимают. Ни русские, ни особо английские, на которые попадаются, что английские. Понимают, хоть что-то нам помогли заказать. Макарохи, Юля, кушаем. А еще они не кончают. Порции турки гигантские. Ну, по стоимости, я так понимаю, тоже сейчас 1000 внутри, это в этой фигни поедим. У нас дешевле поесть в торговом центре однозначно. Мы просто не знаем, где тут подешевле. И толку KFC от этих... KFC. Ну да, наверное, KFC. KFC цены сравнили, ну, плюс-минус, как наши. Толку от этих больших порций я даже и не вижу. Они даже для меня большие. Ну, с чем переплачивать? Даже если у нас, да, порции поменьше, значит, это адекватнее выглядит в целом. По-моему, мы неправильно тут едим. Нам тут макароны не хотели давать. Возможно, у них есть какие-то места для чая, а какие-то для того, чтобы хавать такую еду. Мы, походу, тут не в тем. Но они с пониманием к этому отнеслись. С юмором, судя по всему. Что, план сработал. Благодаря тому, что мы сюда шли пешком, не пришлось весь день ходить по торговому центру. Так бы пришлось, Юлю не остановить. Сейчас уже сколько? 9 вечера. Вот, чуть подзатарились. Мы же тут, оказывается, искали отделы, которые от нас свалили. Очень важно было их посетить. Мы их посетили. Ну, чуть примоднились, чуть утеплились, а то оказалось, что я куртку забыл. Поверил в турецкую погоду, не стоило. Вечером холодно, вчера уже подмерз, поэтому сегодня чуть-чуть утеплился в Заре. Хорошо к туристам относятся, облизывают так же, как у нас. Облизывают, когда кто-то на незнакомом языке говорит. Примерно такая же картинка. Доллары принимают, даже когда нет лир. Все, здесь уже появилось и женское население внезапно, в том числе и на работе. Более такие пафосные места, сразу видно, более богатое население здесь собирается уже. Ну, в принципе, все как у нас, вот торговые центры. Здесь только тот же контингент. Русских, кстати, тут тоже немало. Типажи, конечно, мужские интересные. Я тут понял, что меня за турка принимают, а моего брата, и тем более бородатый, темный, кожа, волосы. Бобрик, тебя тут точно нам не хватало, потому что наш ломанный английский, куда попытки вспомнить слова, здесь местные лучше английский знают, чем мы. Особо каких-то других впечатлений торговый центр не вызвал, обычный такой же, как у нас, ничем не лучше. Мы подходили, когда эти небоскребы были, казалось, что сейчас будет что-то невероятное, но нет, все как обычно. Блин, мужики здесь, конечно, так за прическами за своими следят, я в шоке, у нас, наверное, такого нет. Ну, здесь это абсолютно какое-то разведено.
Здесь куда не посмотришь, все такие зализанные, с прическами. В торговом центре прямо идешь и курят. Прямо идешь по торговому центру и вонь стоит, стоит сигаретная. И это в порядке вещей. Практически каждый здесь курит сигареты, какой-то культ сигарет у них, видимо. Ну, зато в торговом центре жизнь кипит, люди что-то покупают, куча разных отделов. Все что-то можно найти, да, примодниться. Сейчас получается вообще так, если посмотреть, в Турцию полететь за шмотками или просто выгоднее, чем полететь в Пермь. Видели билеты? Какие? В одну сторону. В одну сторону, Юля, смотрел, 24 тысячи на ноябрь. На ноябрь, на секундочку, ноябрь, понимаете? Приехали. Домой, устали, конечно, находились сегодня. Мы так часто делаем, мы по Калининграду также шастали, по Зеленоградску также шастали пешком, так что... Ну, мы с пешком ходим. Да, друзья с нами отдыхать не ездят, потому что они с нами ходить не будут. Доехали мы на такси, пешком уже не пошли. Вот, Юля не захотела почему-то пешком еще пройтись до дома, до отеля. Дождик. Дождь только помешал, больше ничего. Подзакупились, цены нифига не низкие, на наши деньги переводишь. Ничего низкого, ничего дешевого здесь нет. Ни еды, ни одежды. Вообще забудьте все. А нам завтра как-то отчалить в Каппадокию. В эту. Красивые места нас ждут. Красивые локации. Да, должно быть там интересно. Здесь у нас в Стамбуле чисто мы посмотрели город, прогулялись. Ну, город живой, мегаполис. Что тут сказать, мегаполис. Вот, уже добравшись до торгового центра, мнение чуть поменялось. Обычный город, как любой мегаполис нашей страны с немножко турецким колоритом. Как бы для тех, кто привык в таких городах у нас жить, в принципе, здесь будет нормально. Единственное, что застройка не понравилась от слова совсем, она гораздо хуже, чем у нас даже. Там, это самое худшее у нас, представляете, здесь еще хуже. Вот. Ну, есть, конечно, хорошие дома, и уверен, есть и новые районы, где все гораздо лучше, и другие города, где наверняка вам все гораздо интереснее. Но в Стамбуле сложилось такое субъективное впечатление. У вас оно, конечно же, может быть свое. Следующий день у нас начинается вечером. Потому что мы выспались. До вечера. Да, очень разговорчивые у них. И у них узкопоставленные глаза и морды. Морды узкие. Ты на турецком разговариваешь. В общем, мы сегодня выспались, сходили тут в соседние. Соседнюю террасу, которую я здесь в каждом доме. Там посидели, покушали, попили чай. Ну, собрались же в Каппадоке, посмотрели все варианты, примерно оценили цены. Короче, проще, чтобы вот так не бегать, не искать, пешком лишний раз не ходить. Да, пока тут перебили немного, сейчас чуть позже расскажу. Загружаемся. Посмотрели цены, посмотрели, как добраться. И, в общем, как я и говорил, иногда лучше сначала, чтобы кто-то свозил. Особо там ничего не экономишь, а времени зато потратишь много на поиски, на эти все, на том, как добраться и прочее, прочее. Поэтому было проще здесь. Ну, что он забит? Танцы посмотреть, покататься на шарах. Спокойно долететь, трансфером и прочим. По ценам нам что-то сначала 1200 где-то евро объявил. Конечно, за Турцию, поэтому торговали на 1000 долларов. Это такое, ну, 1050. Ну, в общем, на 1050 согласились. Не знаю, много это или мало, но мы посмотрели, все, как добраться, проживание и прочее. Много не сэкономить, а если ты знаешь, что смысла экономить, наверное, нет. Проще заплатить ребятам, которые все сделают. Да, ребята все сделают, это первый раз, как говорится, узнаешь. А потом, может быть, и можно будет самостоятельно кататься, летать. Ну и плюс заодно предложили тур. Тур как тур. Ужин на полу, да, на пролив Босфор. Сплаваем ночью здесь. Все включено, еда, напитки, алкоголь. Да. Вот так это все выглядит. 820 еще нам на двоих приварили. Ну, в принципе, мы примерно за столько же ели каждый вечер. Так что это даже интереснее. У нас тут собралась делегация, набрали из соседних отелей людей разных национальностей, разных разговорных речи. До 12 ночи. До 12 ночи нас тут собираемся кормить, поить, возить. Потом трансфер. Да, трансфер в отель. А в 3 часа ночи нам уже надо будет подняться, чтобы в 4 отправиться в аэропорт. Да.
В общем, мы сегодня не выспимся. Что мы сегодня? Мы сегодня просто поспали день, можно сказать. Что мы сегодня еще заметили о Турции? Очень они любят покушать. Все жрали, всегда заняты. А еще у них очень концентрированный вкус еды. Даже чай сегодня. Впервые попробовали чай, даже он оказался очень и очень насыщенным. Плюс они любят сладкое. Ну, всем нету нацеленности, да, там пропаганды здорового образа жизни. Потому что курят здесь каждый первый, курят они везде. Едят много, едят концентрированную сладкую пищу, любую абсолютно там. И много, огромные порции, да. Что, при этом у них загазованность большая, вот это уже ощутимо. Я просто не могу, мне уже сложно дышать, потому что я от такого очень отвык. У них здесь ваши машины, ну, 100% гораздо более вонючие, чем у нас в стране. У нас почему-то все-таки такого нету здесь. Реально, они как будто вырезают все катализаторы. Но при этом у них, ну, я не вижу какой-то тотального, не знаю, тотального этого ожирения. Ожирение нации я не вижу, вполне нормально все выглядит. Так что вот. Очень много национальностей собралось. Мы рядом сидим с румынками. Ехали соседи наши украинцами, рядом с ними Казахстан сидит. По-моему, еще, ну, помимо турков, еще не русские были. Хорошие, красивые виды. Вот издали хорошо виднеются те турецкие фазенты. Видите, в гору уходят, дом на доме, дом на доме. Блин, но ничем не лучше Сочи, так скажу. Нам это необычно немножко, ну, как колорит местный, но лучше бы так не строили. Сами понимаете, а так вот какой-то дворец. Вот высоточка красивая. Интересно, это было лучше, чем просто жрать. Да. На террасах. Весело было, шоу, программа интересная. Нехотя наливали безлимитное пиво. Не хотели к нам идти, когда мы хотели пиво. В общем, все гуд. За 80 баксов. Ну, вот, за двоих. В принципе, я говорю, в Сочи у нас дешевле бы точно не было. За такое, да? За 4 часа с программой, с едой, с алкоголем. Безлимитным алкоголем. Да. Все, мы спать, нам в 4 утра отчаливать. Теперь точно встретимся в Каппадокии. Доброго утра. Наше утро началось в 3:30, а в 3
9:45, мы уже вышли в такси. 15 минут на сборы. Поспали. Чуть менее 3 часов. Мне вообще особо не удалось поспать. А ты? Спала тут забитая, да? Поехали мы в аэропорт. Доехали минут за 40. Вот незадача. Оказывается, нерадивые travel agents допустили мистейк. Все, сегодня уже у нас половина наломана на английском. Оказывается, когда за рубежом надо что-то сказать, сразу весь английский вспоминаешь, что-то там насобирал. Короче, вспомнил даже слова, которые нафиг не знал никогда. Сразу все получилось. В общем, допустили ошибку в имени Юли. И мы что-то не посмотрели. В общем, вместо Юлия там Тюлия получилось. Думаю, что Турция чуть более лояльна к туристам, поэтому они быстро порешали нашу проблему. It's no problem, it's good. Да, что-то не сказал. Так что сейчас ищем свои ворота. Все-таки в Каппадокию нам отплыть удастся. А вот обратно улетит ли Юля, посмотрим завтра. В общем, все. Тогда выйдем на связь чуть позже.